Приветствую, друзья! У нас предпродажная проверочка игровой приставки Sony PSP. Имеется коробочка. Здесь вот у нас моделька PSP E1008CV. В комплекте у нас идет сама консоль, зарядное устройство. Вот такой вот адаптер на microSD-карточку, потому что в Соньку ставится Memory Stick Pro Duo. Была еще карта памяти, но карту памяти владелец PSP прямо при нас вытащил. Говорит, что у него там какие-то его личные видео есть, и он то хочет сохранить. В общем, карту памяти он нам не дал. Аккумулятор держит довольно долго. Мы ее привезли, наверное, месяц назад, только сейчас руки добрались, чтобы пофотографировать, снять видео. А аккумулятор еще заряженный, то есть он за месяц даже не разрядился, то есть как было половина заряда, так и до сих пор держится. В общем, я уже взял, это в комплект не входит, в комплект входит только PSP, адаптер, зарядка и коробка. У нас в продаже есть диски, я вот взял диски, чтобы проверить вам, собственно, саму консоль. Так, включил я ее или не включил? Давайте как-то... Сейчас я закрою, ставлю, чтобы было видно как-то лучше. Вот так, наверное, да? В общем, как-то по меню. Давайте, наверное, пробежимся. Настройки системы. Псевдоним. Сведения о системе. Версия прошивки 6.60. Псевдоним P689. Ну, в общем, давайте ставим карту, этот диск, точнее. Что это у нас? Fight Night. Так, вроде так. Я камеру уже не могу ниже опустить. Стоит без крепежа на... Я могу, в принципе... Сейчас, секунду, так, что-то сделать. Вот. О! Так, игра у нас сразу загрузилась. Давайте ее запускать. Блин, получается сильный какой-то пересвет на камере. Давайте, друзья, я выключу, наверное, освещение все. Дополнительное, будет лучше видно экран. Так, сейчас карты памяти нету, спрашивает у нас, то есть продолжить без сохранений, да? Fight Night. Новая игра. Новая карьера. Звук убавлю. Так, first, last, prom. Continue. В общем, давайте по бырику просто запустим саму игру. Ну, в общем, и так, в принципе, понятно, что все нормально загружается. В общем, дает много чего-то. Распредели, давайте так на шару распределим. Yes. Очень много надо настраивать. Так, вроде пошла игра, загрузка ринга. Типа подключитесь к интернету, чтобы сохранять ваши достижения в профиле. Нам этого не нужно пока что. Друзья, давайте как-то попробуем. Нельзя пропустить заставку или можно? Так,
В общем, друзья, в принципе, думаю, понятно, что приставочка рабочая. Ну, в общем, в принципе, все. Думаю, там больше особо и нечего показывать. Так, диск надо забрать, чтобы я не забыл в приставке. В общем, друзья, приставочка в отличном состоянии, как вы видите. Все полностью рабочее. Так что с вас лайк за видосик. Кого интересует, покупаем. Всего наилучшего. С вами был Артур. Пока.